Ну, скажем так, очень тяжелый график был. Вот, плюс, опять же, отсутствие подготовительного периода. Вот, поэтому рано или поздно то команда все равно попадает в какую-то яму. Плюс было много травмированных. Ребята действительно выпали из игрового, тренировочного тонуса. Поэтому, ну, сыграли как, скажем так. Я думаю, что это на сегодняшний момент был максимум. Сами видите, Лосев на 20-й минуте замену попросил. Крючкова попробовали. Тоже плюс травма Сысуева. То есть ребята как бы не в оптимальной форме, плюс Махота пропустил, Баранов пропустил. Ну, скажем так, это опять же не снимает ответственности за результат. Вот, результат мог бы быть другим, не допусти эти ошибки. То есть, поведя в счете 1-0, необязательная ошибка в конце первого тайма. Опять же, ошибка во втором тайме. То есть, те голы, которые были забиты в наши ворота, это чисто ошибка конкретных людей. То есть это никак не сказывается ни на физическую готовность, ни на моральную, психологическую. То есть это просто ошибки, скажем так, из детского сада. На что делали главный акцент перед матчем? Ну, во-первых, на хорошее движение, на хорошую игру. Вот, последние игры, как бы, ребята, в принципе, как мне уже казалось, что они отдали себя все футболу, то есть выжили из себя все, что можно. Действительно, в таком режиме как бы они проходили, то есть без как бы подготовки. Все-таки сборы — это закладывание фундамента на какое-то определенное время. То есть здесь как бы действительно этого времени не было, поэтому потихонечку пытаемся в ходе чемпионата и тренироваться, и в то же время игры действительно ребята провели до этого в хорошем, ну, скажем так, игровом тонусе, поэтому сегодня как бы у нас не получилось.